Друзья, всем привет! Я только сейчас пришел с работы и, короче, ну, есть охота, а вот готовить пока как-то не очень хочется. Ну, я потом приготовлю себе еду, но пока перед тем, как приготовлю, вот решил съесть доширак. Вот такой вот доширак. Ну, вы все прекрасно знаете, как он выглядит. В общем, сейчас его я запарю и покажу его еще, как он запаренный. И будем с вами кушать, друзья. Вредную пищу, доширак. Друзья, ну что, короче, прошло время. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот у нас красота. Вот так выглядит. Вот такой вот доширак. Доширак. Вот, а так поближе, друзья. Сейчас будем с вами кушать. Будем кушать эту вкуснятину. Вредная еда, но иногда ее хочется поесть. А тем более, я говорю, когда приходишь с работы, и еда еще не приготовлена, а есть сильно хочется, то доширак как раз альтернатива хорошая. Сама это. Ладно, друзья, давайте кушать. Если вы тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Друзья, давайте кушать. Вот так подниму, чтобы вам было видно хорошенечко. И давайте есть. Бульончик. Отлично. Что-то заметил по себе, что чаще стал есть доширак. Раньше раз в месяц ел, а сейчас почти это каждую неделю стабильно. Может, они туда что-то добавляют, чтобы человек привыкал? Вкусненько. Мне нравится вот этот бульончик, который получается в дошираке. Он такой остренький, такой перчененький, такой пикантный. Самое то. Вкуснотища. Почему вредная еда такая вкусная? Кто-то в коридоре болтает, аж здесь слышно. Класс. Доширак.
Блин, кто-то встал под дверью и болтает там, блин. Не могут куда-то в сторону отойти. А, класс. Обожаю, что он такой перченый. Черненький доширак. Блин, завтра выходные, классно. Суббота, воскресенье, выходные. Блин, как классно кушать доширак и запивать этим бульоном. А, отлично. Горячий только. Перчёненький вообще аж. Ну, блин, долго он болтать будет, блин. Кто-то встал под дверью и болтает. Блин, но он, правда, он сильно такой перченый, офигенно вообще. Аж до слез.
вкусненько, нормально. Ну что, друзья, все съел. Спасибо вам за просмотр. Счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Все, друзья, пока. Увидимся.